шутку кончить. Выбор невелик. Мы с Йотаном будем танчить. Можно на Вайшу зайти. Сейчас решим. Ага, Байер на Вайше будет. У тебя наш Токиерс. А, там чест, беспонтовая меткость хаст. Так это тот раз заходил? Да. Это какой-то знакомый Афоник, кстати. Я портуюсь. А, Элбрил, ты тут? А, так, ладно. Кирс, похилишь? Хьюс, у нас проблема, у нас там упал. Понял. Кирс. Слышишь меня? Да, слышу. Похилишь? Ну, если надо, похилю. Надо, у нас ЦК полина нашла. Куда танк упал? У нас танк упал, хопа, нужна. Он конника танчит. Вот же танчит. Конечно, нормальный проторога, мы с ним РБК вдвоем проходили. Проторог, проторог. Да, сегодня. Так, сейчас приду. Карухар, с вашей что-то надо? Карухар, мне не послышалось. Не послышалось. Надо было сказать, ой. Пойди. Короче, бегайте со своим мобом, я за вами тут бежать. Сова танч. Внизу качал, ну что вы бегаете, моба? Танки сегодня не хотят, там нормально. Давай еще. Не, ну танка пробивает на 70%, я его кильнул, подбегает моб, дает два раза в лицо, я падаю. Да, по массе не мог сагрить. Привыкает. Ну, типа, это про товар. Типа он не сможет забрать пак. Буливан куда делся? Он что-то писал? Переделывают про товары, скорее всего. Я не видел. Будут. И механика немного просто изменится. Вас, ну, надо не хилить, наверное, чтобы не понимали. Ты можешь и не хилить, можешь и хилить, иди хуй пойдешь вместе с про товаром. Да что? Ну. Такая механика теперь. Интересно играть. Народ в банке дай. Прям в первую ячейку. А товары просто на этом сервере такие имбоваты, что их, блядь, фиксят каждый раз. Фиксят. Чё?
Причем Фикс написал, блядь, знаешь что? Этот как его, блядь. Пидерс, это Джоков, сейчас скажу. Друидами играл, блядь. Как у него, сука. Джоков? Джоков, друид у них топовый был. На магере, я не помню. Да, вот этот еврей, блядь. Причем а, еврей? Питер, блядь, бегал в танке, нахуй. Компачита, Яблочкин, Дэл, еврей, не еврей, блядь. Еврей. А, еврей? Так этот, он на всех пишет, он был. Причем сам бегал, блядь, медведи нахуй в двух кусках, блядь, лапы хуярил там, блядь, поддавал чуть не по 100 кран, нахуй, ДПС. Не, ну... Там Гейна тоже про Сало написал, что-то нужно пофиксить, чтобы было в 25к и не было. Чтоб хламину не занерфили. Я вот что искал на форуме, когда кто-нибудь для хантов, а там один вот пишет за всех БМ хантов. Просто, блядь, выиграл. Да его просто игнорят уже. Я просто, знаешь, ничего угораю, блядь. БМ просто перед ханта, блядь, наносит одну пятую урону, блядь, сюда. То есть получается, как ты делаешь себе БМ ханта, блядь, и просто делаешь себе урезанного ММа. Охренеть. Тебя причем даже ты тестил 2010 и 2000. А, ну еще с учетом... Но... Да, нет, там БМ нормально отдавал. Потом его просто порезали в хламе. Я читал это на форуме. Вот. Короче... Главный прикол то, что Петр еще, блядь, бьет всегда не в спину, а в бок, а мастерства у него ноль, блядь, и поэтому он постоянно там, блядь, эта хуйня парирования идет. Распределять людей по меткам. Так, у меня вопросы, потому как... Все в ДД, кроме Алоэ и меня. А, то есть я это, я в ДД? Да. Сука, член Конг, разрыватель пилоток, снова не тропил Алоэ. 5 хилов уже, да? Хилов 5, да. Шторм, крестик, Розария, звездочка, треугольник, Кирс, ромбик, Женуэн, кружок, Дейв. Че там, миликов надо еще, да? Войд, крестик, Ньютон, ромбик, Неход, треугольник, кружок, Редвар, звездочка, Монород. Порешал, крестик. И чё, милики кончились? На Микадзе. Поставьте. На Микадзе кружок. Все, милики кончились, да? А, конник еще. Тогда будь в треугольнике. Сумоните на Микадзе и Байра. РДД там сам. А ты с Алоэ, получается, танчишь, да? Я начну босса Алоэ, знает, что там со страйдерами делать. А мне потом гвардейцы. Ютуб. Короче, на баф в пул. Можно? Бафа нет. Я забыл ротацию на Арамса. Монород, Намикадзе, Шторм,
всего хватает, бафы есть. Да. Жумен уверен в своем местоположении? Какая у него метка была? Это плохо. Зеленый в ромбе. Казум туда. Странник трусов. Сантеш, у тебя. Нужно подойти по.
ближе. Рамбе. Странник вышел в звезде. Ром. Ангел у тебя. Не достаю. Долго там будете? Демона видеть, киньте. Я здесь кинул, ближайший. Зеленые в звездочке. Алло, ретаунт не куда-нибудь ебеня с центра. Я в стане постоянно стою. Эти лежат на БКЮ. Я тут, Вока, да? Ну, кому лут не нужен, да, может лететь Вока. А я в лут попадаю? Или мне дальше попасть? Нет, ты идешь в рейд.
Что там выпало Байеру, то что хотели, нет? Нет. Ой, тут не повезло. Ни одному причем. Угу, это я и говорю. Зато башка упала. Баранская башка, редкость. Что, Рома, она тебе сильно нужна, да? Я еще на прошлом КД же тебе говорил, да. Спасибо. Все, это последний кусок. Больше не поздравляю. Спасибо.